Здравствуйте, дорогие друзья. Помните, весной я вам показывал, вот там у меня вырастет все здесь очень просто прекрасно. Ой, вот тут у меня уже выросла кукуруза, а там у меня растут кабачки. Пойдемте, покажу вам, что с ними стало к августу месяцу. Посадил я их на компостер, и самое важное выращивание кабачков, на мой взгляд, является правильно подготовленное место, грунт и все такое. Им необходимо огромное количество питания. Плодоносят они очень и очень хорошо и забирают это питание из почвы. И поэтому, если вы посадите их в бедную почву, они либо у вас будут сохнуть там, не пойми, что будет с ним происходить, лист наращиваться не будет вот такой вот прекрасный, и, соответственно, вы не получите никакого урожая. А если грунт будет питательный, вот качественный, то, соответственно, и урожай у вас будет отличный. Как вы можете видеть, междоузли на моих кабачках, они такие маленькие, коротенькие, и из каждого междоузлия вырастает по несколько вот таких плодиков. Моя супруга пришла к выводу, что вот такие вот уже можно употреблять в пищу. Прекрасно идут. Вот это максимальный практический размер, который можно употреблять в пищу. Идет в добавку к котлетам, фарш, идет в добавку к омлетам. Ну, то есть можно просто жарить. Можно перетирать на терке, добавлять как балластное вещество к любым продуктам. И он дает такие вот нотки интересные. Даже мне очень понравилось. Такие вот прекрасные кабачочки можно спокойно снимать секатором. Потому что если вы будете их отдирать, возможно, вы повредите вот этот вот стволик, из которого и растут наши огурчики. Ой, огурчики, наши баклажанчики. И еще раз, о чем я хочу, на что я хочу, чтобы вы обращали внимание при выращивании любой культуры, которую, ну, которую вы выращиваете. На то, что любой культуре нужно то питание, которое ей нужно. Нужно обеспечить правильный полив, нужно обеспечить наличие всех микро- и макроэлементов, которых в компосте как раз просто, я бы сказал, полно. Ну как вы считаете, что в компосте чего-то может не хватать? Всего хватает, кроме, единственное, чего не хватает, это водички, конечно. Потому что водички нужно добавлять. Ух ты, заросло-то как все тут. Будем просто выкручивать, значит. Компостер этот просел дико. Но если у вас нет компостера, или вы не можете таким способом выращивать, либо у вас там свежий компостер, который вам еще нужен сейчас, то, соответственно, берете, насыпаете, ставите каркасик небольшой. Главное возвысить над землей, чтобы не было замыкания корневой системы. И, соответственно, все было прекрасно у вас. Поднимаете чуть выше над землей, укладываете туда послойно органику с землей, и вырастет у вас все это дело прекрасно, без всяких подкормочек. Но одну подкормочку я, конечно, делаю. Кальциевый селитр минимум, ну и навозиком я пару раз подливаю его. Это настой куриного говна, которым подкармливаю. И те же самые огурцы. Видите, он на 20 сантиметров минимум просел. И тут вот неудобно их доставать. Это единственный минус выращивания на компостере. Вот два растения здесь, сорта я напишу на экране. Это гибриды. Они, я так понимаю, самые, типа как огурцы партенокарпические, сами завязываются, сами растут. И все с ними прекрасно. Вкус идеальный. Чем меньше размер, тем они слаще. И это не обычные кабачки, которые невкусные. Это самые вкусные кабачки, которые бывают. Причина, точнее, следствие того, что у вас кабачки гниют, это вершинная гниль. То есть, соответственно, недостаток кальция, либо недостаток воды, либо перелив, либо недолив. Поэтому стабилизируйте полив, стабилизируйте питание, следите за кислотностью почвы, следите за микро- и макроэлементами. Поэтому говорю, компостер – это самое-самое лучшее место, потому что здесь полно всего. Тем более, если вы не смотрели ролик, вкратце расскажу, я закладываю этот компостер послойно. То есть трава, листва, земля, трава, листва, земля. Много-много слоев. Дорогие друзья, ну как всегда, в завершении ролика я хочу пожелать вам здоровья, а все остальное приложится. И поставьте, пожалуйста, лайк, ведь вы досмотрели видео до конца. До свидания, до новых встреч!